прелесть, понимаете, из зала все вышли, все уходим из зала, все, я там апельсины покидал, все разбежались, все. А здесь, по Майнплей, вы в маленьких помещениях, вы можете поговорить, чаек попить, пообсуждать. А что это Олег Геннадьевич вот тут так сказал? Непонятно. Вот, можно пообщаться, поговорить, решить вам какие-то вопросы и так далее. Вот так этот формат классный в этом плане. И еще хочу вам сказать перед началом лекции, что вы абсолютно свободны в своих отношениях со мной в этом формате. Вы можете лечь во время лекции, можете встать, можете попить чаек, можете поесть яблочко, можете ходить сзади комнаты туда-сюда, можете развалиться на стуле, вот, можете облокотиться на стол и немножко полежать, отдохнуть. Ну, то есть у вас нет никаких ограничений, потому что у нас свободный формат общения. Ножки можно вытянуть. Вот, то есть вообще нет никаких проблем, не стесняйтесь, если вы там ходите туда-сюда, вы мне не мешаете. Ну, то есть, понимаете, то есть поймите такую вещь, что у нас не лекционный зал, мы специально сделали такой формат, чтобы вы чувствовали себя комфортно. У нас, например, на фестивале «Благость» некоторые лекции слушают прямо на пляже, потому что у нас там есть бассейн на фестивале. И люди, у нас идет аудиотрансляция, и люди лежат, загорают и слушают лекцию. И купаются даже некоторые в наушниках, плавают, есть сейчас наушники, вот непроницаемые. Они в наушниках плавают и слушают лекцию. То есть. И у них вообще нет ограничений, особенно женщинам с детьми. То есть они с коляской там. И здесь точно такой же формат. То есть можете с детьми приходить там, ребенок сзади где-то там, туда-сё, и туда. То есть можете лежать, можете стоять, можете... плясать сзади, что хотите делать. Вот. Главное, чтобы вы слушали и не болтали. Вот болтать нельзя.